Всем привет, всем привет! А у нас сегодня игра The Choice of Life – Middle Ages. Вот, это, в общем-то, игра про выборы. Надо делать выборы, и тут несколько концовок, и зависит от того, какие выборы ты сделаешь, такую концовку ты и получишь. Ну, такая лайтовенькая типа игра, чтобы отвлечься от всяких фазм и прочего. Думаю, норм вариантик. Давайте. Значит так, сердечки. Я могу тут умереть. Однажды в далеком-далеком королевстве немолодая крестьянка работала в поле. Дальше. Ковырялась она в земле, пока не нашла сосуд, украшенный письменами. Сосуд околдовал ее своей красотой. Любовалась на него крестьянка, крутила в руках, да и разбила. Криворукая. Вскоре родились вы. В смысле, а как это так? Ну, типа, сначала одно что-то разбили сосуд, а потом внезапно родилась я? Что? Вы как-то... Это нормально вам, нет? Вы родились в средневековье, в семье крестьянина. У вас 11 братьев и сестер. Как привлечь к себе внимание? Лежать молча, плакать в колыбель. Наверное, плакать. Мать взяла вас на руки и покормила грудью. Ну, логично же. Год выдался плохим, на урожай. Детям достается очень мало еды. Есть только свою порцию, подраться с братом за еду. Конечно, подраться. Блин. Брат устроил вам серьезную взбучку. Минус сердечко. Ночью вы проснулись от шуршания за окном. Внезапно в окно просунулась морщинистая рука и стала ощупывать кровать. Молиться и дрожать от страха в углу или спрятаться. Прячемся. Рука схватила вашего брата и резко исчезла, высунувшись в окно. Угу. Вы подросли, и вас отправили работать в поле вместе с другими детьми. Взяться за работу или отвынивать от работы. Ну, давай возьмемся. Вы работали так усердно, что сломали плуг. Отец в ярости, он бьет вас так усердно, что вы теряете сознание. Отлично, я сдохла. Голос. Живая душа. Впервые за столько лет. Где я? Мы в лимбе, это где-то между раем и адом. Угу. Есть такая игра, это я знаю. А, голос. А знаешь, я могу вернуть тебя к жизни, если ты мне поможешь. Помочь? Я тоже хочу жить, но мне не вернуться без своего тела. Мое тело в сокровищнице короля. Помоги мне обрести его, когда вернешься к жизни. Договорились? Дух ведет вас на свет. Вы родились в средневековье, в семье крестьянина. Вам повезло, что вы выжили. Но надолго ли, ведь у вас 11 братьев и сестер? Это что такое? Е? Титулы? Обалдеть. Ладно. Ползем. Вы заползли за печь и коснулись рукой трубы. Теперь ее украшает ожог в форме перевернутой восьмерки. Бесконечность. Вы хотите ползать по дому и пробовать все на вкус, но люди не обращают на вас внимания и не смотрят под ноги. Сидеть в углу. Вы отсиделись в углу и не узнали ничего нового. Вы задумываетесь о своем будущем внезапно. Пришла пора чему-то научиться. То есть я либо учусь ходить, либо учусь говорить, но при этом я задумалась о своем будущем. Ни хрена я прошаренный ребенок, а. Мне кажется, научиться ходить — это важно. Теперь у вас больше способов умереть. Мне нравится эта игра. Что это такое? Очуметь. Гуляя около дома, вы встречаете бродячую собаку. Не двигаться или подойти ближе. Давай подойдем. Вблизи стало понятно, что это грязный ребенок на четвереньках. Теперь у вас появился друг. Это очень смешно. Вы с другом устраиваете импровизированный рыцарский турнир. Какое оружие выберете? Давай лук и стрелы. Вы показали себя метким стрелком, когда попали другу в глаз, теперь у вас нет рук. Я не знала, что эта игра такая ржачная. Боже мой. Что-то вообще детство не задалось. Отец поймал вас и отправил работать в поле, но пахать вам страшно лень. Дернуть коня за хвост, управлять плугом. Так, давай дернем коня. Он нас прибьет, да. Летун. Очень хорошенько легнула обидчика. Вы растянулись на сене, отправляясь от удара. Спать, считать колоски. Давай поспим.
Похоже, спать — это ваше призвание. О, я знаю, как в жизни прям. Ваша ленивая скотина зашла на поле, принадлежащее графу. Пускай гуляет, махать палкой, чтобы шла обратно. Вы помашь. Да ну что... Волы неохотно послушались и вернулись, помяв вас при этом. Зато вы не потревожили графа. Граф призвал вашего отца в поход на несколько лет. Без него хозяйство пришло в упадок. Платить оброк стало нечем. Идти, куда глаза глядят, или шататься по деревне. Давай пойдем, куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону трактира. Одобряем. Вас позвали на строительство церкви. В смысле, я в трактир же пошла. Полезть на крышу, помогать кузнецу. Давай поможем кузнецу. Вместе с кузнецом вы чинили затупившийся инструмент. Церковь вам благодарна. Вы дошли до старого трактира. Внутри грязно и откуда-то из полутьмы. На вас вопросительно смотрит трактирщик. Заказать похлебку, спросить про подработку, наверное. Трактирщик позвал вас за собой. Вам предстоит средневековое собеседование. Трактирщик указал на огромный грязный котел посреди кухни. Его надо отмыть. Усердно драить котел или налить туда воды и помолиться. Усердно драить котел. Да. Мы не доживем. Вы ободрали руки в кровь. Хорошо, что ничем не заразились, действительно. Котел все еще грязный. Попросить другую работу. Вы вернулись к хозяину. Трактирщик просит посчитать, сколько надо купить харчей, чтобы на всех хватило и ничего не испортилось. Давай посчитаем. Я играю 7 минут, ладно. Я 2 раза уже померла. Вы назвали цифры наугад, и трактирщик вам поверил. В итоге мяса оказалось мало, а хлеба слишком много. Вас побили и вышвырнули на улицу. Тоже попробую еще. Вы родились в средневековье, в семье крестьянина. А, это я типа выбирала, да? Давай лежать молча. Вас взяла мать, чтобы покормить грудью. Ее внимание привлекло родимое пятно в форме перевернутой восьмерки. Вы хотите ползать по дому и пробовать все на вкус, ля-ля-ля, ползать. Навык получен — изворотливость. Вы ловко уворачиваетесь от ног и падающих предметов. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Логично. Вы задумываетесь о своем будущем, пришла пора чему-то научиться. Давай научиться говорить. Вы залепетали среди ночи и напугали своих верных родителей. Вы слышите, как ваш отец произносит неприличные слова. Конечно, повторить. Услышав это, отец яростно поколотил вас. Зато у нас словарный запас как повысился. Вы подросли и уже играете с ребятней на улице. Играть в прятки, играть в салки. В салки. Вы бегаете лучше всех и никогда не были водящим. Управлять плугом. Вы пахали весь день. Перспектива работать так всю жизнь вам не понравилась. Работая в поле, вы натыкаетесь на подростка, спрятавшегося в кустах. Позвать взрослых, узнай кто. Давай узнаем. Предмет получен — мяченая монета. Босой подросток протягивает вам монету и просит не выдавать его. Пускай гуляет. Суд налагает большой штраф на вашу семью, отец почти разорен. Давай шататься по деревням. Вы ничего не делаете, ничего не происходит. Удивительно, действительно. Проходя по лесу, вы заметили, как охотится крестьянин. Поохотиться вместе с ним, сообщить страну. Давай поохотимся. Вы ничего не поймали, зато кто-то сообщил о вас страже. Вас поймали и наградили 10 ударами плетей. Заказать похлебку? О, отлично. В еде были кости и сено, о чаевых не может быть и речи. Трактирщик требует денег. Сплотиться. Заметив меченую монету, трактирщик говорит: хорошо, это было за счет заведения. Вы возвращаетесь домой через лес. Внезапно перед вами появляются двое. Бежать со всех ног, узнать, что эти господа делают в столь поздний час. Вы узнаем. Вы вежливо поинтересовались, кто эти господа, но на вас только презрительно ухмыльнулись. Человек со шрамом достает кинжал, направляет его на вас. Деньги или жизнь? Достать все, что есть, и изобразить юродиво. Давай изобразим. Вы стали нести околесицу и пускать слюну, но это не помешало бандитам обыскать вас, блин. Человек со шрамом. А ты не так прост, как кажешься. Мы с тобой еще увидимся. Идем дальше. Вы забыли, куда хотели идти, и пошли обратно в деревню. А смысл тогда выбирать из этих двух? Ваша семья не смогла заплатить церковную десятину. Теперь вам необходимо отработать долг у церкви. Помогать на мельнице, работать на землях церкви. Да, и работать на землях.
Вы успешно отпугивали голодных ворон от посевов, но потом они собрали стаи и поклевали вас. Нифига себе. Карма. Вас встретил посланец из банды и требует пойти с ним. Ну, пойдем. В лесу вам завязывают глаза, чтобы вы не запомнили дорогу. Вас привели к главарю бандитов. Рядом стоит человек со шрамом, которого вы видели в лесу. Молчать. Вы стоите с невозмутимым видом, не произнося ни слова. Главарь бандитов. Ты мне нравишься, теперь я понимаю, откуда у тебя меченая монета. Ты можешь стать одним из нас. Продолжать молчать. Вы невозмутимы. Я такая. Главарь бандитов. Пора проверить тебя в деле. Какое задание выберешь? Попроще. Предмет получен. Старый бандитский нож. Вы с парой карманников будете караулить бедняков вдоль лесной дороги. А если я не хочу? Вы подкараулили крестьян, возвращавшихся с поля. Отобрать все, что у них есть, не трогать. Осознав, что у них нечего красть, вы решили отпустить крестьян. Вы возвращаетесь в лагерь бандитов и предстаете перед главарем. Дай другое задание. Задания больше нет, дружок, погуляй. Проходя по лесу, вы увидели раненого крестьянина. Давай поможем. Неподалеку был волк, которого вы спугнули. Крестьянин отблагодарил вас, но дать ему было нечего. Вы с шайкой бандитов подкараулили путников в лесу. Напасть, не трогать. Да я не хочу никого трогать. Я вообще не хочу быть в какой-то шайке бандитов. Алло. Вы вернулись в лагерь ни с чем. Главарь в ярости. Вызвать главаря на поединок, пойти на попятную? Давай вызовем. И главарь бандитов соглашается. Только вы не учли, что это озлобленная гора мышц, умеющая не только убивать. На вас несется главарь бандитов. Его меч блестит и готов для удара. Конечно, вернуться. Я вон, у меня на... Но у меня же навык! В последний момент вы увернулись от удара, но главарь ожидал этого и пнул вас ногой. Варя. Я поняла, игра. Я поняла это еще в самом начале. Лежать молча. Ползать. Изворотливость. Научиться говорить. Давай придумать свое слово. Ваши родители не поняли, что вы сказали, но признали ваш талант. Давай играть в прятки. Вы спрятались слишком хорошо, вас нашли только через несколько дней в предсмертном состоянии. Управлять плугом. Так, вы пахали весь день. Узнать, кто это. Монета. Пускай гуляет. Отец почти разорен. Идти, куда глаза глядят. Ваши руки и ноги в грязи. Вы решили умыться в реке. Но войти по колено и искупаться полностью. Давай по колено. Вы стали немного чище. Я думала, там кто-нибудь нападет. Или там можно будет потом пойти тоже туда. Давай заказать похлебку. Мне это понравилось. Плюс сердечко. Расплатимся за счет заведения. И бежать со всех ног. Повернувшись назад для побега, вы обнаружили еще двоих людей. Бежать не получится. Достать все, что есть. Вы опустошили карманы. Единственной ценной вещью была меченая монета. Так, а ты не так прост. Вернуться. Вы вернулись в деревню. Вам предложили убирать камни с полей за определенную плату. Ну, давай согласимся. Под одним из камней оказалась змея, которая вас укусила. Жаль, что страховку еще не придумали. Действительно. Вас встретил посланец из банды. Давай откажемся. На следующий день вас подстерегли бандиты. Бандиты не прощают измены. Вы увидели кусок веревки, лежащий у реки. Забрать веревку, привязать веревку к дереву. Давай заберем. Позже, придя в таверну, вы обменяли веревку на еду. В тот вечер вы знатно поужинали. Отлично. Вы в отчаянии, хотите есть, у вас нет денег. Давай шататься по деревне. Ваш живот урчит на всю деревню. Проходя по лесу, вы увидели раненого крестьянина. Давай поможем. Так, спугнули волка. Вы отправились в лес, надеясь найти еду. Есть коренье, есть я. Давай, конечно, коренье. Да блин! Я думала, ягоды отравленные будут. Коренья оказались горькими. До конца дня вас мучила диарея. Бродя по лесу, вы наткнулись на притоптанную землю. Копнув ее руками, вы обнаружили мешочек с монетами.
Мне кажется, мне это аукнется. Помочь семье. Титул получен, семьянин. Вы заплатили графу золотом вместо оброка. Теперь ваша семья может вздохнуть спокойно до какого-то времени. В деревне проходит ярмарка, и вы решили посетить ее. Спокойно все осмотреть, пуститься в пляс. Пошли в плясать. У них, возможно, другой исход. Окей. Лежать молча. Ползать. Изворотливость. Давай научимся ходить. Не двигаться. Да, блин. Вы стоите и смотрите друг на друга. Спустя месяц собака сдается и... Спустя месяц! Смотрим другие исходы. Управлять плугом. Узнать, кто это. Монету. Пускай гуляет. Идти, куда глаза глядят. О, давай помогать на мельнице. Работа была тяжелой, но вы отработали долг. Заказать похлебку. Сердечко восстановили. Расплатиться. Заметив меченую так-то-так. Возвращайтесь домой через лес. Внезапно перед вами появляются двое. Это... Да, еще раз еродивого, не знаю. Вернуться. Вернулась в деревню. Полезть на крышу, я упаду. Начался дождь, из-за которого вы поскользнулись и упали вниз. Идти. Давай поприветствуем. Приветствую, о славный король бандитов, наслышан о твоих великих делах. Подхалимничаешь, здесь таких не любят. Виниться. Размазня. Вы стали вымаливать прощение, то выглядит жалко. Там улитка. Давай посложнее задание. Бандитский нож. Вы с бандой отправляетесь грабить караваны на королевском трактире. Ой, тракте. Разумеется, там будет охрана. Выждать нужного момента. Так, караван. Вы подсчитали количество гвардейцев, каждый взял на себя одного. Вы напали неожиданно и быстро справились со стражей. Граф молит о пощаде. Давай пощадим. Вы отпустили скулящего графа. Через несколько дней ваш лагерь окружает новое войско графа. Вам грозит смерть. Остаться. Он мне по-любому... Да-да-да, он припомнил вас и приказал отпустить. Я на это надеялась. Это была вся его благодарность. Спокойно все смотрите. Вы послушали министреля и от души посмеялись над скоморохом. И сердечко вернулось. Просить милостыню. Попрошайка. Титул попрошайка. Вокруг только бедные крестьяне. Ни у кого нет денег на пожертвования. А мне еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Охренеть их тут. Ладно. Вы оказались вечером у берега реки. На илистых камнях двигается сгорбленный силуэт. Подойти ближе. Подойдя ближе, вы распознали ожившего утопца и бросились бежать. Ваша спина исполосована гнилыми когтями. Есть ягоды. Вы наели спелые брусники. У меня, кстати, нож остался. А если в трактир? 4 сердечка. Проматывать найденные деньги я отправилась. Так, раненого крестьянина. А если пройти мимо? Вы хладнокровно прошли мимо. Голос, ты помнишь о нашем договоре? Как мне попасть в сокровищницу? Для начала попади в город. Король живет там, в своем замке. Вы пошли в ученики кузнецу. Он согласился взять вас, если вы пройдете его испытание. Давай теорию. Кузнец задает вопрос. Когда нужно ковать железо? Как горячо. Это же логично. Какова температура плавления железа? Температуру еще не открыли. Нет. Верно. Что? Кто из древних богов был кузнецом? Дионис, Гефест. Дионис, это же бог вина, по-моему. Если я ничего не путаю. Я знаток кузнечного дела. А как?
Кузнец взял вас под мастерье. Оказалось, что другие кандидаты вообще никуда не годились. А карту? А я теперь вот здесь вот. Вы отработали у кузнеца уже год, и за это время многому научились. Отдохнуть? Несколько дней вы просто лежали в кровати, и это пошло вам на пользу. А лежать в кровати, это да. Крестьяне собрались в центре деревни. Глашатай объявляет о грядущей войне. Бухтеть. Вы бухтели до самой ночи и другими делами не занимались. Рыцарь заказал полуторный меч. Кузнец поручил это дело вам. Подготовиться? Вы долго расспрашивали кузнеца про технологии ковки. Все, что вы запомнили, это равномерное сечение и резкая закалка. Итак, вы разогрели заготовку. Как будете формировать клинок? Проковать вдоль протяженности? Постукивать только по краям? Подожди, что он заказал? Саблю? Топор? Вдоль протяженности? Предмет получен. Равномерный клинок. Вы получили лезвие равномерного сечения. Пришло время закалить клинок в воде. Вы ведь умеете это делать? Опустить клинок целиком, опускать по чуть-чуть. По чуть-чуть, по-моему. Низкокачественный меч. Вы медленно опускали клинок в воду, в это время он трещал и искривлялся. Чувствуется рука мастера. Вы завернули свой шедевр в ткань и готовы завершить заказ. Закричь сказать. Похвалил вас за честность. Правда, меч пришлось приковать, и вы остались без оплаты. Ну, я зато честно. Дела в кузнице идут на лад. Вам поступают заказы на оружие и доспехи, подковы и инструменты. Пришлось даже нанять щитовода. Давай дальше работать. Вы работаете с еще большим энтузиазмом. Подозрительная старуха ходит по деревне и предлагает всем отведать ее отвар. Давай попробуем. Отвар оказался действительно чудесным. 5-5 сердечек. При том, что я вообще не доживала нормально первое время. А вы чувствуете себя отлично. Пока вы были в деревне, в кузне начался пожар. Кажется, кузнец еще внутри. Позвать на помощь? Пожар потушили, и кузница не пострадала. Но кузнеца спасти не удалось. Блин. Ночью вам явился призрак кузнеца. Узнать, что ему нужно. Дрожа от страха, вы спросили, что хочет призрак. Блин, и здесь призраки. Ты понимаешь, фазма везде. Призрак молчал, но через мгновение поплыл к груди вещей кузнеца. Обыскать вещи? Вы стали судорожно копаться в вещах, ощущая на себе взгляд призрака. Вы обыскали вещи кузнеца и нашли среди них письмо с завещанием. Призрак одобрительно кивнул. Найти адресата. Вы обещаете призраку найти адресата. Расспросив местных, вы нашли адресата. Пообщаться? Молодой человек не знал кузнеца, хотя был сильно на него похож. Вы передали письмо и вернулись к кузню. Сын? Сын? На следующую ночь призрак вернулся. Вы сообщили ему, что выполнили поручение. Попросить награду? Призрак сделал каменное лицо и поплыл к двери. Вы поняли, что вам пора. Теперь вы ни с чем. Подумать о жизни. Вы просидели весь день на краю деревни, смотря на лес и думая о жизни. Скоро вы заметили огоньки среди деревьев. Из-за кустов вы увидели большой костер, вокруг которого плясали сатиры. Вас окутал страх. Осторожно обойти. Вы начали обходить шабаш, но хрустели ветками на весь лес и вас заметили. Сатиры забрали все, что у вас было, затем вас потащили вглубь леса. Молчать. Вы проявили удивительное спокойствие в такой ситуации. Перед вами предстает лесная колдунья. Ее платье излучает таинственный свет, а волосы колыхаются без всякого ветра. Она замечает перевернутую восьмерку на вашей руке. Поздороваться? А страха вы не придумали ничего лучше, как сделать поклон. Ну, всяко лучше. Лесная колдунья. Никто из смертных, кто видел меня, не выживает. Но ты не простой смертный. Слушать. Вы завороженно слушаете. Я отпущу тебя и даже помогу, но сперва ты должен заглянуть в омут. Омут? Омут показывает былое, настоящее и то, что может произойти. Вы видите деревню, свой дом, детей на поле и трактир. Похоже на прошлое. Давай дальше. Посмотрите дальше.
Теперь вы видите город в огне, а от деревни остались торчать обгорелые трубы, вокруг которых черти водят хоровод. Давай дальше. Больше омут ничего не показывал. Теперь ты можешь идти. Давай узнаем больше. Ты сам должен все понять, когда придет время. Ну, естественно же. Куда же без этих загадок? После слов колдуньи прибежали гогочущие сатиры, и один преподнес вам ключ. От чего этот ключ? Этот ключ от сточных каналов, ведущих в город. Тебе же туда нужно попасть, верно? Спасибо. Лесная колдунья. Помни, в каналах полно опасностей. Чтобы выйти оттуда живым, поверни только трижды. Направо, налево, а потом снова направо. Направо, налево, направо. Вы хотели поблагодарить колдунью, но сатиры потащили вас в лес, а потом разбежались. Через несколько часов блужданий вы заметили, что деревья стали расти реже. Отдохнуть. Шесть сердечек. Вы сделали привал и заснули. Когда вы очнулись, вам показалось, что все это был сон. Правда, ключ все еще был при вас. Вы вышли из леса, и перед вами была городская стена. Недалеко темнела решетка, ведущая в сточные каналы. Пошли сначала в деревню. Вы запомнили, где находится вход в каналы, и пошли в деревню за факелами. За факелами? А, в смысле, что по канализации не ходить? Так, вы встретили мельника, продававшего преступно дешевые пироги. Взять с рыбой, взять с ягодами. Пирог оказался сладкий, сочный, вкуснятина. 7 сердечек, ты понимаешь? Так, вы подошли к решетке каналов и отворили ее большим ключом. Перед вами несколько проходов. Налево, направо, налево. Вас что-то схватило за ногу, и, поднеся факел, вы увидели ожившего мертвеца. Отчаянно тряся ногой, вы высвободились и побежали дальше по туннелю. Направо. Через пару метров из стен выскочили копья прямо перед вашим носом. Вам повезло, вы ограничились проткнутой ступней. Вскоре вас стало тошнить от смрада, но впереди оказалась очередная развилка. Теперь налево. 4 сердечка. Вы повернули налево и не заметили, как канал пошел под уклон. Вы кубарем покатились вниз и упали в смердящую жижу. Вы преодолели еще 100 метров и увидели свет в конце тоннеля. Открыв вторую решетку, вы оказались в городе. Правда, в лохмотьях и без гроша в кармане. Я вот здесь, я две пропустила, что ли? Нифига. Вы оказались в трущобах города. На улице почти никого, кроме пары попрошаек у стены. Осмотреться? Вы устали после затхлых катакомб и присели отдохнуть. Ты попал в город, да еще и через каналы, это достойно похвалы. Осталось только попасть в замок, там ты найдешь мое тело и выполнишь уговор. Как мне это сделать? Знатным горожанам разрешено посещать замок, попробуй выбиться в люди. Легко сказать. По городской площади пробегает воришка. Сдержать. Оказывается, он сворвал всего лишь ломоть хлеба. Теперь парень прикован к позорному столбу. А меня же наградят? Нищий с подворотни предлагает вам подзаработать. Не, отказаться. Вы поняли, что дело нечистое и отказались. Да-да-да. Вам подбежала собака странного вида и начала кусать вас за ногу. Хвалить? Отбиваться, конечно. А, блин. Вы отбросили пса, который принадлежал знатной горожанке, стража вас наказала. Да, в смысле, она меня жрет. А я что, должна ее благодарить? Типа... Спасибо, спасибо, ты мне так классно ногу отгрызла. Кайф. 2 сердечка осталось. Вы бродили по трущобам, когда внезапно нагрянула стража. По приказу короля они отлавливают подозрительных бедняков. Сопротивляться. Минус сердечко. Ну, естественно же. Вы в тюремной камере. У вас есть только жалкое подобие кровати и кружка для воды. Напевать унылую песню? Вы пели, пока кто-то из дальней камеры не попросил вас заткнуться. Вы сидите уже несколько суток, и ничего не происходит. Поднять кровать, высечь свое имя. Поднимем кровать. Навык сила. Вы подняли кровать несколько раз и поняли, что так можно стать сильнее. Он начал качаться. Вы делали это упражнение несколько недель кряду. Вы проснулись от скрежета в углу камеры. Прислушаться. Вы приложили ухо к полу и слышали, как кто-то копает. Заключенные из соседней камеры копают под вами проход. Давай поможем. Используя кружку вместо лопаты, вы смогли прокопать проход.
Подкоп вел в тоннель под городом. Выбравшись в него, заключенный бросился бежать. В обратном направлении. Впереди показался выход на поверхность. Вы выскочили и побежали прочь. Вы бежали по узким улочкам города, пока не услышали писклявый голос. Осмотреться. В углу сидела говорящая крыса и указывала на щель между домами. Вы протиснулись в укрытие и ждали там до следующего утра. Спасибо. На следующий день говорящая крыса просит о помощи. Да, выслушай. Согласились помочь. Хочу снова стать человеком. У алхимика должно быть зелье, которое вернет мне прежний облик. А что произошло-то? Жена моя подлила мне зелье в еду, и я стал таким, каким стал. Вы пришли к дому алхимика. Да, постучим. Вы постучали в дверь, и почти сразу вам открыл ворчливый старик. Вы спросили про оборотное зелье, на что алхимик ответил, что зельями он не торгует. У меня кое-что есть. Вы покопались в карманах, но там было пусто. Алхимик захлопнул перед вами дверь. Вы стали ждать за кустами. Вскоре алхимик вышел, прихватив лопату. Войти в дверь? Дверь была заперта. Что вы еще ожидали? Ну вдруг, всяко бывает. Он же старик, мог и забыть. Остается окно. Вы проникли в дом алхимика. Перед вами стол с реагентами, а над ним полка с разнообразными зельями. Взять синее, взять черное. Давай синее. Вы дали зелье крысу, и на минуту он превратился в осла. Все не то, ищи еще. Давай зеленое. Вы открыли зеленую банку и чуть не задохнулись. Пришлось ее закрыть и убрать на место. А ты думал, в средневековье легко жить? Ну да. Присесть, давай. Вы пристроились рядом с нищими, заснули. Во сне вас покусали клопы. Ты попал в город, да еще через канал. Понял. Добейся уважения в городе, и ты попадешь в замок. Похвалить собаку, блин. Вы сделали вид, что вам не больно, и вы освободили ободранную ногу. Нищий с подворотни... Не хочу. В порту разгружает корабль из дальних стран. Несколько фруктов упало на землю. Поднять и съесть. Кажется, фрукт переспел, и у вас началась сыпь. Сдаться. Вы отправились в тюрьму. Вас отправили в тюрьму. Давай бить кружкой теперь. Вы вводите кружкой по решетке. Динь-динь. Высечь свое имя. Вы высекали свое имя на камне и не заметили, как прошло несколько недель. Пойдем дальше. Вы решили не обращать внимания, но на следующую ночь звук появился вновь. Ну, чисто смотрим, что там в других выборах. Ничего не делать. Через три ночи вы провалились в подкоп вместе с койкой. Умер так быстро. Ну да. А что делать? Могу, умею. Так, понял тут. Раздавить фрукты. А вы прыгнули на фрукты, и брызги улетели во все стороны. Уи! Ну давай согласимся, ладно. Нищий оказался взломщиком. Вы согласились на ограбление. Вы пришли к дорогому дому и дождались темноты. Ваш напарник начал взламывать замок двери. Я не вор. Закричали вы на всю улицу и убежали. У взломщика даже отмычка из рук выпала. Мне кажется, он меня подкараулит. По приказу короля городской лекарь проводит мероприятие по предотвращению чумы. Выпить лекарство, выбрать процедуру с пиявками. Да, пиявки, не лечебные. Пиявка выпила литр вашей крови, и вы чувствуете себя лучше. Серьезно? После минус литра крови я чувствую себя лучше? Чё? Сдаться. Бить кружкой. Динь-динь. Поднять кровать. Прислушаться. Помогать копать. Бежать в обратном направлении. Осмотреться. Давай крысе поможем. Выслушать. Помочь. Все понятно. Ну так, посадил крысу в карман, давай ждать. Вы решили дождаться, когда алхимик уйдет. Залезть в окно. Окно было приоткрыто. Давай черное возьмем. Вы дали черное зелье крысу, и он вырос до размера собаки и укусил вас. Ну в смысл? Желтое. Вы брызнули желтым зельем на крысу, и его мускулы выросли.
Там есть еще что-нибудь? Да, прозрачное. Экстракт лука. Вы капнули зелье на крысы, и он зарыдал. Вы припрятали это зелье себе. Так, на верхней полке вы заметили еще один флакон, но за дверью послышались шаги. Давай выпьем зелье. Вы уменьшились до размера жука и проползли под дверью. Вскоре ваш облик вернулся. Отлично. Вам удалось бежать, но крыса вы больше не видели. Ну, прости. Я хотела помочь. Отправиться в центр города. Вы отправились заглянуть на неизведанную часть города. Караван султана прибыл в город с визитом. Свита чужестранцев прогуливается по городу недалеко от вас. Познакомиться со свитой? О, вас угостили лукумом. Ай, классно. Вас замечает хозяин театра. Он отмечает вашу харизму. Написывают опять. И фактурность. И предлагает участвовать в представлении. Фактурность? Чё? Ну, давай согласимся. Будем шутом, да? Хороший шанс, подумали вы. Вас выдвигают на одну из главных ролей внезапно. Давай будем злодеем. Промахнулась. Я играю рыцарем. Вам дали текст. Ну давай учить. Вы не умеете читать. Ой, неловко вышло. Сегодня день премьеры. На представление прибыл сам король. Давай выступать. Импровизация наша все. Вы переоделись в костюм героя и готовы произвести впечатление. Вы произносите монолог героя, но замечаете, как зрители зевают. Импровизировать, конечно. По какому сценарию говорить? Я его не читала. Вы скорчили рожу, пара зрителей хихикнула. Настал момент драматичной сцены. Заплакать? О, звезда, вы незаметно прыснули экстракт лука себе в глаза и изобразили самый правдоподобный плащ. Ахнул даже король. Вы забыли текст. Рассказать шутку. Вы сочинили шутку про короля и высокий оброк. Простому люду понравилось, а вот королю нет. Ну блин. Представление закончилось. Зрители рукоплещут, и все актеры вышли на сцену. Сплясать? Вы исполнили нелепый танец и чуть не упали со сцены. После представления к вам пожаловал гонец от короля. Король желает видеть вас придворным шутом. Все ближе. Теперь вы придворный шут. У вас даже есть своя каморка в замке. Давай отдохнем, конечно. А в смысле? А мне сердечко... Я надеялась. Замечательно. С помощью своего таланта развлекать людей ты попал в замок. Это достойно уважения. Спасибо. Вы утвердительно кивнули во сне. Теперь ты должен помочь мне. Я чувствую мое тело совсем рядом. Дождись, когда в замке будет меньше всего людей. Тогда попасть в сокровищницу будет просто. Понял. О, уже 40 минут играю. Давай, а тут есть сохранение? Ладно, давай вот это вот до конца дойдем. Ну, и в замке уже будем в следующий раз, наверное, ходить. Вы бубнили что-то во сне, когда вас разбудил повар. Скоро начнется праздник урожая. Давай мы, наверное, на вот этом вот закончим. Следующую серию уже будем как раз по замку ходить там. Так-то, блин, слушай, игрушка прикольная. А еще я знаю, что есть вторая часть этой игры, так что я думаю, мы ее пройдем. Ну, блин, она ржачная, серьезно, прикольная. Хоть и читаешь много текста, но столько развилок, столько возможностей помереть. Я их вон на себе познала. Все, короче, пишите, как вам игрушка. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Не забудь поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал. Также заглядывай в описание, там будет ссылка на мой Discord-сервер и на Telegram-канал. И увидимся уже в следующих сериях. Всем пока-пока.